Всем привет, дорогие мои подписчики и те, кто случайно зашел на канал. Зацените, во что превратилось озеро, на котором мы копали. Смотрите, сколько воды под этим мостом мы копали. Смотрите, как он сейчас выглядит. Ветерок есть, но сегодня тепло, плюс 15. Вот так сейчас тут. Пока только пулю нашла и мусор. Все самое ценное осталось под водой уже. Ключик от кубышки. А где ж кубышка? Вот уж не знаю, ребята, или вам будет видно. Только крышечки от грибочков над водой остались. А мы под ними копали. Все-таки вода сильно поднялась. И пока что сплошной мусор. Неужели ничего сегодня не попадется под катушку? Ну, наконец-то попала монетка. Еврик, ребята. Хоть что-то. Да, все-таки плохо копать, когда вода поднялась. Больше мы сюда не приедем до следующей зимы. Еще монетка. Ходячка, 10 копеек. Ребята, я, наверное, ходячку снимать не буду. Будет что-то интересное, покажу. Ну вот, совсем уже вечереет. Видите, как мост глубоко под водой стоит. И деревья, под которыми мы в прошлые разы копали так успешно. И зонтики. Все это под водой. В общем, пока что, кроме ходячки и пуль, и дроби, ничего не нашла. Скоро уже домой. Ну вот, наконец-то, какая-то старинная монета. Что за монета, не знаю. В хорошем сохранении или плохом, не знаю. Дома будем смотреть. Сейчас пока она вся в болоте. Ну что ж, ребята, похоже, коп получился не такой уж безнадежный. Что-то мне это напоминает пожмяканное серебряное колечко. Дома посмотрим. Пока буду думать, что это серебро. Вот такой закат, ребята. Нам пора домой. Колечко напоследок нашла серебряное. Это уже хорошо. Ну что ж, ребята, разберем находочки. Ну, мусор это не весь, конечно. Просто показываю, какой там попадал. И столовые приборы. Вот вилочка, кусочек. Это тоже от какой-то ложки, то ли не знаю. Разная фольга и прочее. Приходилось все это копать, потому что надеялась, что будет золотишко, сами понимаете. В таких местах, как пляжи, надо копать все абсолютно. Соответственно, времени ушло на мусор много. А мы были там, ну, всего каких-то, я не знаю, 2 часа, 2,5 максимум. Ладно, из полезных находок, что у нас? Из полезных находок еврик 20 центов, 10 10 10. Это бывшая испанская ходячка. Вот одна монетка и другая. Скажу сразу, чистить я все это не буду, потому что эти пойдут в автоматы, либо на парковку, либо на бензин. А вот эти тоже в автомат, в банк, потом на обмен на еврики. Дальше пулька большая такая нашему коллеге будет. Тяжелая, большая. Это грузик какой-то. Тоже пойдет в лом. Старинная монета. Одна единственная попала там. Скажу одно, что это какой-то из Филиппов. Я потом ближе посмотрю, вам напишу. Но она убитая полностью. С нее уже ничего не будет. Чуть-чуть видно F.1.
не знаю, я еще присмотрюсь немножко к ней. Получится что-то из нее сделать, хотя бы чуть-чуть. Сделаю фотографии, приложу, если нет, ну, так и будет. Дальше ключик. Ключик нашелся. А где вот чемоданчик с деньгами от этого ключика, неизвестно. Это от какого-то украшения. Нам такие браслеты попадались с такими вот штучками висячими. Гайка какая-то. Ну и самая лучшая находка в этот раз было такое колечко, серебрушечка. Убитое тоже. В лом пойдет, скорее всего. Было красивое когда-то колечко. Но раз есть такая вещица, значит и золотишко там должно было бы быть, но времени не хватило покопаться. Вот такой поход у нас получился коротенький после работы. Отдохнули, погуляли, немножко поискали. Погода у нас хорошая. Плюс 15, плюс 16, солнышко. В общем, весна уже. На это озеро мы уже не поедем в ближайшее время, пока водичка опять не упадет. Но это будет уже ближе к зиме. Ну а сейчас будем ходить, наверное, по старине, по лесам и на море, на океан. Вот такая поездочка у нас получилась. Спасибо всем, кто смотрит видео на канале. Всем удачи, а поисковикам зачетных находок под катушку.